Накануне ночью горело сразу три дома в Большом Сютике Орджоникидзевского района. Вспыхнула веранда. В течение часа пожарным удалось ликвидировать пламя и отстоять само жилище. В эту же ночь загорелось два дома в Абакане и поселке Нижний Курлугаш Таштыбского района. В общей сложности к тушению было привлечено 23 огнеборца. Основная причина неблагополучной статистики, по словам представителей МЧС, банальная беспечность граждан. Необходимо, будем говорить, не перекаливать печи отопления, не перегружать электропроводку лишними, будем говорить, обогревателями, не пользоваться самодельными электрическими приборами, а также, будем говорить, соблюдать элементарные требования, не курить в постели и осторожно применять открытый огонь.